Всем привет, вы снова смотрите проект «За порогом», а меня по-прежнему зовут Андрей Кузьмин. Нашу предыдущую передачу мы начали с района, где находится географический центр Республики Башкортостан. А сегодня мы хотим рассказать вам о районе, где находится его самая южная точка. Итак, на повестке дня у нас сегодня Зианчуринский район. Не переключайтесь, поехали! Дорога от Уфы до южных пределов Башкирии не близкая, около 400 километров, но проделанный путь того стоит. Приехали мы уже под вечер, поэтому все дела решили оставить на завтра и просто отдохнуть на берегу Тихого пруда. На юге Башкирии нет таких крупных естественных водоемов, как в Предурале или Зауралье, но зато есть несколько небольших, но таких живописных прудов и водохранилищ, как, например, Ямашлинское водохранилище, которое расположено недалеко от деревни Кугарчи, которая находится не в Кугарчинском районе, как может показаться, исходя из названия, а в Зианчуринском. С названиями населенных пунктов и районов тут вообще некоторая путаница. Как было сказано выше, село Кугарчи, схожее по названию с районом, находится за его пределами. Но и в Кугарчинском районе есть деревни с тем же названием. А вот село Зианчурино, от которого район получил свое наименование, находится даже не в Башкирии, а в соседней области. Именно по этим регионам и будет проходить наш сегодняшний маршрут. Для начала прокатимся по долине реки Большая Сурень, которая, помимо живописного скального урочища Шаудым, печально знаменита тем, что здесь погиб поэт-комсомолец Сергей Чекмарев, чье имя носит одна из уфимских улиц. После окончания Московского института с дипломом ветеринарного врача в 1932 году молодой поэт приехал в Башкирию, где работал зоотехником сначала в Хайбулинском районе, а затем в деревне Ибраево Зианчуринского района. 11 мая 1933 года 23-летний Чекмарев поехал на ферму в соседнюю деревню Чебеньки. В тот же день его тело нашли в реке недалеко от деревни Али-Байтал. Точные причины смерти так и не были установлены. Практически по границе с Оренбургской областью, где ровные плоские степи встречаются с западными предгорьями Южного Урала, почти на сотню километров вытянулся живописный хребет Карамурунтау, который также называют «Долгие горы». Хотя некоторые исследователи разделяют два эти топонима как отдельные структуры. Мы же для простоты восприятия не будем глубоко погружаться в географические тонкости, а лучше обратим внимание на интересное геологическое строение этих красивых гор. В южной части хребта Карамурун есть вот такие слоистые горы, по которым можно изучать геологию, как по наглядному пособию. Прошу прощения за оговорку, не в южной, а как раз наоборот, в северной части, с которой мы и начали наше путешествие. Именно здесь можно наблюдать множество интересных геологических памятников, и, по моему мнению, это самая живописная часть гор Карамурун или Долгих, кому как нравится. Долгие горы сложены осадочными отложениями пермского периода. Их возраст соразмерим со всеми известными шиханами, и, соответственно, здесь тоже хорошо развиты карстовые явления. Как, например, вот эта карстовая арка у Тятишек.
Предполагать, что эта арка имеет карстовое происхождение, можно, исходя из того факта, что чуть ниже по склону есть две небольшие пещерки, но возможно и образование подобных форм под действием эолового выветривания. Буквально в нескольких километрах от горы Утятишек есть еще одно прекрасное свидетельство многолетних геологических процессов. Скальный останец Суалташ – типичнейший характерный пример выветривания, когда под действием разницы температуры, влаги разрушаются менее твердые слои горных пород и остаются более прочные. Постоянные зрители уже, наверное, не раз замечали наш интерес к геологии. И, надеюсь, вам тоже интересно больше узнавать о тех процессах, которые сделали земную поверхность именно такой, какой мы ее привыкли видеть. А юго-запад Башкирии – это прекрасный полигон для геологических исследований. Вон там внизу находится небольшая, казалось бы, ничем не примечательная речка Ассель. Может быть, так бы оно и было, если бы в честь нее не назвали целый ярус в международной геохронологической шкале. По ее берегам в долине обнажаются отложения пермского периода, которых мы с вами уже хорошо знаем. А на противоположной стороне гора Альянтау, про которую у местного населения даже ходит очень интересная легенда. Ассельский ярус включает в себя породы нижнепермского периода, возраст которых составляет примерно 295-298 миллионов лет. Это преимущественно песчаники, альвролиты, аргелиты и известняки, которые сформировались еще задолго до событий, описанных в легенде об Альянхане, когда-то кочевавшем в этих местах. У хана был большой гарем с красавицами со всего света, которых он угонял во время набегов или покупал на невольничьих рынках. Но встретилась однажды в горах Карамурунтау удивительной красоты девушка по имени Ассель. Сильно полюбил девушку хан и взял ее в жены. Возненавидели жены Альяна соперницу и задумали извести ее. У башкир было принято ранней весной после прилета грачей устраивать праздник Каргатуй в честь оживающей природы и культа предков. Участвовали в празднике только женщины. Они угощали друг друга ритуальной кашей, чаем, водили хороводы, соревновались в беге, веселились. На крутом берегу речки у подножия горы устроили этот праздник жены Альяна. Во время игр кто-то из жен хана толкнул Ассель с крутого берега, она упала на каменистое дно и разбилась. Узнав об этом, разгневанный хан приказал всех женщин замуровать живыми в пещере. В народе есть такое поверье, что каждой весной после прилета грачей из пещеры доносится плач ханских жен. С той далекой поры речку и называют Ассель, а гору и пещеру – Альянкиной. Ненадолго покинем Башкирию и заглянем в соседнюю область, где у западного подножия Карамурунтау, в укромном месте, словно бы оберегаемом самой природой, приютилось небольшое село Андреевка, в котором находится Свято-Андреевский мужской монастырь. Несмотря на скромные размеры, село, основанное в конце 18 века, является одним из древнейших поселений Оренбургской области. А главным украшением местного ландшафта служит построенный в начале 20 века храм архистратига Михаила Архангела, один из красивейших храмов Оренбуржья. Храм был построен в 1901 году, а построил его Михаил Чистозвонов. Был такой человек, он служил в администрации губернатора Оренбургского, был его секретарем, и человек был состоятельный. Местные жители обратились к нему с просьбой помочь в постройке храма. Ну, он пошел навстречу и сказал, что готов полностью на свои средства построить храм. Храм был назван в честь его небесного покровителя, архистратига Михаила. Завещал он похоронить себя за алтарем этого храма. Могила его до сих пор находится за алтарем. Когда храм был построен, он задался целью его и расписать. Были приглашены художники из Академии художеств Московской.
преподаватель со студентами в течение нескольких летних каникул расписывали этот храм. Михаил Чистозвонов являлся ктитором этого храма. Слово «ктитор» греческое, означает «покровитель», «благодетель», да, «спонсор», можно современным языком сказать. То есть человек, который обеспечивал еще семью священника. То есть он положил ему жалование священнику и платил из своего кармана. Также построил он помимо храма еще целый комплекс архитектурный. Дом для священника, значит, сторожка при храме, церковно-приходскую школу. Все это был единый и остается единый архитектурный комплекс. Точно неизвестно год, когда он почил, но это было до революции. В 20-е годы 20 века уже храм был закрыт. Начались гонения на церковь, священник был арестован, а храм действовал уже как зернохранилище в течение 70 лет. Продолжалось это запустение. В это время, конечно, храм разрушался, внутри были пожары. Таким образом, внутренние росписи в храме сильно пострадали от времени, от человеческого фактора. К концу 20 века, в 95 году, храм был отдан церкви. И тогда началось восстановление, реставрация, ремонт. Часть росписей была утрачена, а то, что осталось, можно видеть внутри храма фрагменты росписи столетней давности. А в 96 году здесь был основан монастырь мужской в честь апостола Андрея Первозванного. Монастырь существует уже 24 год. И основатель монастыря, архимандрит Серафим, похоронен тоже за алтарем этого храма. Там можно видеть два креста с могилы. Вот основатель храма и основатель монастыря. Примерно в получасе езды от Андреевки в поселке Саракташ находится один из крупнейших в России комплексов храмовых сооружений, известный как Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия. В этом году обители исполнится 30 лет. Точнее, вот той духовной жизни, которая началась с приезда отца Николая Стремского в Саракташ. На месте домов частных обитель выросла. Ну и вот такое вот благолепие наблюдаем сейчас. А благодаря кому оно выросло? Отцу Николаю. Он строитель, отец-строитель. Может, так отец-настоятель, который был бессменно руководил обителью многие годы. Она была построена, можно сказать, на пустом месте? То есть до этого здесь какой-то храм был? Здесь вот храм был, но вот сзади меня как раз дорожка вела вот к дверям старого храма. Но храм был неузнаваем, был перестроен. Купола были снесены, был обложен белым кирпичом. Вот, и в этом здании размещались ясли-сад. И в 91 году здание храма вернули верующим. Вот, пришлось его, вот, конечно, перестраивать, купола воздвигать заново, колокольню перестраивать, алтарь расширять. Вот, и в 92 году уже эта работа была проведена. Храм здесь вот стал действовать. А до этого храм действовал на окраине поселка. Вот, справа сзади меня находится далеко отсюда, километра полтора, находится храм Покрова Божьей Матери. А вот здесь какие-то надгробные камни, могилы, захоронения, или это здесь кладбище какое-то было? Нет, здесь два захоронения, епископа и священника. Остальные надгробные плиты привезены с кладбищ православных. К сожалению, ну, было такое время, когда и кладбища разрушались, вот, и просто многие плиты валялись на свалках. Кладбищенских. Вот эти плиты были привезены с разных мест. Из Новоселок, из Подоримур где-то еще. Вот с разных мест, с разных кладбищ. Здесь они обрели новое место пребывания, может, даже последнее. Православная община действовала в Саракташе еще с 1943 года. Но современная обитель была основана в 1990 году и за относительно небольшой срок серьезно разрослась, ежегодно привлекая многие тысячи паломников, гостей и просто туристов, с каждым годом все увеличивая эти показатели.
Граница между Республикой Башкортостан и Оренбургской областью проходит в аккурат по долгим горам. И путешествуя по ним с севера на юг, мы неоднократно оказывались то в одном, то в другом регионе. За день мы пересекли эту условную линию, наверное, с десяток раз. В Оренбургской области, недалеко от границы с Башкирией, есть небольшая деревня, которая называется Сунарчи. Сунар по-башкирски значит порох, Сунарчи, соответственно, охотник. Но не это самое интересное, а то, что если верить дате основания села, которое указано вот на этом плакате, оно было основано в 1562 году. То есть Сунарчи было основано раньше, чем Уфа, Оренбург, Екатеринбург, Челябинск, практически самое старое поселение на Урале. А изнутри Сунарчи больше напоминает не башкирскую деревеньку, а какую-то такую отдаленную, глухую украинскую. Потому что нигде в Башкирии я больше не видел такого количества деревянных домов, обмазанных глиной. Горы не зря называются долгими, и протяженность хребта действительно впечатляет. Но любой географический объект рано или поздно чем-то заканчивается. А Карамурунтау в этом отношении немного отличается от прочих горных цепей Урала. В южной части хребет Карамурунтау достаточно резко заканчивается вот такой горой с характерным названием Нос. Что самое интересное, на северной оконечности тоже находится гора, которая так и называется Нос-гора. То есть долгие горы носом начинаются и носом же заканчиваются. В конце нашего путешествия мы еще раз пересекли границу Республики Башкортостан и Оренбургской области, в том месте, о котором мы упомянули в самом начале передачи. Мы находимся в самой южной точке Республики Башкортостан. Недавно башкирским отделением Русского географического общества на всех крайних точках были установлены вот такие столбы, напоминающие пограничные. И они же запустили новый проект, который называется «Башкирская кругосветка». Его участники должны посетить все крайние точки, то есть самую южную, северную, западную и восточную, а также географический центр Башкортостана. Присоединяйтесь к проекту. Закончилось наше путешествие по югу Башкирии. Спасибо, что были с нами. Больше путешествуйте, не сидите дома. Ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья!